Здравствуйте. Здравствуйте. Ты Варе показывай. Смотри. Посмотри. А узнай, как называется дерево, которое... Туласи. Туласи Махарани. Священное дерево. Максим, ты слышал, что это за дерево? Туласи Махарани. Священное дерево. Узнай. Только что ты произнес название, подходи и говори, а что это за дерево? Что это за дерево? Расскажите, пожалуйста, мне побольше. Это священное дерево, которое позволяет вернуться к Богу. Только с ее благословением можно попасть во Вриндаван. Ого, очень интересно. Поэтому можно поклониться. А знаете что, лучше всего по часовой стрелке обойти хотя бы 3 раза вокруг. Пойдемте. Пойдем. Давайте. Яни Канича, Папани, Брахмахати, Диканича, Тани, Тани, Пранашьянти, Прадакшиных, Паде, Паде. Яни Канича, Папани, Брахмахати, Диканича, Тани, Тани, Пранашьянти, Прадакшиных, Паде, Паде. Туласи Махарани Киджай. Очень благоприятно обходить. Присоединяйтесь, по часовой стрелке можно обойти Туласи, да. Да. Давай, давай. Очень хорошо. Мы можем даже выйти туда, чтобы побольше людей смогли обойти, конечно. Это очень благоприятно. Можно попросить у Туласи Махарани духовное благословение на вашу духовную жизнь. А материальное приложится само собой на самом деле.